Главное управление МВД России по Челябинской области проводит региональный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», посвященный 300-летию российской полиции. К участию принимаются работы детей в возрасте от 6 до 14 лет. Конкурсанту необходимо изготовить тематическую поделку, посвященную сотрудникам правопорядка от времен Российской империи до наших дней, и вместе с заявкой на участие направить в культурный центр Главного управления МВД России по Челябинской области по адресу: город Челябинск, Свердловский проспект, 63А, не позднее 7 мая текущего года. Победители конкурса определятся 10 мая путем онлайн-голосования на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области и аккаунтах ведомства в социальных сетях. За более подробной информацией обращайтесь в отделение по работе с личным составом отдела МВД России по Верхнеуральскому району по адресу: город Верхнеуральск, улица Энгельса, 1А, кабинет 313, либо по телефону 8 351 43 225 65.